Море продолжает радовать. Красота. Класс, да? У вас, наверное, небось зима там. Зима. Интересно, завьюжило у вас? Снег есть? Холодно? А у нас тепло. Тоже я сейчас смотрю. Сам себя. Тебе привет передаю. И вам всем, друзья. Привет. Большой привет. Практически лето у нас. Тепло-тепло. Море, штиль. В общем, вышел я. Ходил вчера, позавчера вот здесь понад берегом. А сегодня решил вот здесь по песку пройтись. Сейчас вот здесь вот погуляю. Походим. Посмотрим. Все, в общем, что найду, обязательно вам покажу. Так, все то же самое. Стандартный набор Garrett Apex. Для начинающих это вообще. Да вот у меня он вторым прибором. Есть Equinox. И взял себе еще Garrett Apex. Мало ли что может быть с Equinox, правильно? Но он так больше для воды мне. Хотя я и катушечку снайперскую взял. В общем, уже несколько видео я мотаю с ним. Смотрю плюсы, минусы. Минусов только один, вот я заметил, я уже рассказывал о нем. Вот здесь зарядка, здесь аккумуляторы стоят, и шнурок зарядка, микро-USB. И он так утоплен глубоко, очень тяжело попадать. Мешает, вот здесь, с этой стороны, мешает. Вот это надо откручивать. В общем, неудобно. А так минусов больше нету, тихий, нормальный приборчик. Работоспособный. Главное, на морском пляже работает, я специально приехал проверить его. В общем, ладно, меньше болтовни, пойдемте. Сейчас вот здесь вот по-быстрому с вами проскочим. Вот такой не совсем цветной, еще и глубокий, походу. Надо было скуп взять, ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, возвращаться это уже не для нас. Я скуп не брал. По причине, когда ходил возле воды, по причине того, что... По причине того, что там ракушка. А здесь, конечно, можно было плюс кубик взять. А вот она ржавая, я уже вижу. Да, что-то ржавое, друзья. Я попробую докопаться до него. Вот она, видите, пятнышко появилось, четко ржавчина. Это пробка. Вот на такой глубине лежала. Мама моя родная. Да нет, что это такое больше, чем пробка. Банка с золотом, небось. Да ёханый бабай, камера. Ой, видно вам, нет? Ничего себе глубина. Да нет, это не пробка. Давайте чуть-чуть больше разрою. Да, скуп не помешал бы. Ну ладно уже. Имеем то, что имеем. О, ёханый бабай. Даже не знаю, что это. Вот такая первая находка. Вот на такой глубине. Ямы, друзья, обязательно закапываем. Потому что, если кто яму не закапывает, туда самого закопают. Ничего себе. Может, горячий камень? Да нет, ржавчина вроде. Что-то металлическое. Ладно, в хабарницу и продолжаем. Потом посмотрим на хорошую камеру. Секунду, хабарница закрыта почему-то. Вот так. Продолжаем. Ну, тоже показано глубоко. Хотя на пляже понятие глубоко совсем отсутствует, наверное. Ну, это немножко поменьше. Вот, взяли уже. Пробка, ёлы-палы. Это на этот раз точно пробка. Продолжаем. Ну, оскому собьем в любом случае.
хотя и находки могут быть. Вот сильно высоко. Хотел сказать, сильно высоко подниматься не будем. Ну да, очередная пробка. Ветер был, песок переворачивало вот так на мелу, переметало. И все может быть, что могут быть, вот как сейчас, находочки. Так, наверное, звук можно сделать. Ага, это не звук, секунду. Сейчас я звук сделаю немножко тише. На шестерку сделаю. Ветра нет. Ну, показано сантиметров 10. Ну, наверное. Вот это сегодня куб у меня, походу. Все-таки очень жаль, что я не взял скуп. И немножко, походу, промазал. Да, я промазал. Нет, это не оно. Ну, все равно промазал. Сыпучие пески нам мешают, ну. Вот она. Нет, ёханый бабай, ракушка. Да чтоб тебя... Вот, ёпт. Вот на такой глубине. Фу! Кошмар. Ой. Да, так далеко я не уйду. Вообще-то. С такими... С такой глубиной находок... Мама, не горюй. Пробка. Пробка. Фольга. Да. Пробка и фольга. И вот такой карабин, видите? Оп. Поломанный. Девятнадцать. Тю. Ну как, мелкое что-то. О, колечко. Смотрите, какое. Милоскопическое. А, это не, ну, для ключей, знаете, такое. Нет, это не кольцо. Ну, кольцо, конечно, но... Не то, которое носит. Ладно. Колечко. Красивый высокий сигнальчик. Ну, опять глубокий, наверное, да? Нет, вот оно. Вот оно рядышком. Монета. Вот, слава богу. Распечатались уже он. Вверх-вниз. Одни пробки. Колечко. Тьфу, колечко. Все уже заговаривать. Монета, конечно же, 50 копеек. Ну, тут 19. И не... Походу, не так глубоко. Вот пинпоинтер. Раз и достал. Ну, это у нас кусочек какой-то ржавчины. Продолжаем. Вот так. Походим вот здесь, походим. Ну, не так много сигналов. Такой скачущий. Но опять же, морской пляж.
Он тяжелый грунт для любого металлоискателя. Ну, Apex справляется. Ну, он мультичастотный, да. Аськи раньше... Это тоже Аська продвинутая. Аськи раньше так не работали, не могли. Ну, вернее, вот здесь искали, а уже возле воды на мокром песке по-любому нет. Кусочек от пробки. Продолжаем. $65. Монета. 25 копеек. Не ходячка. Коричневый уже. Пойдемте дальше. $77, $76. Ну, достаточно неплохой сигнал. Да, вот такая пробка. Достаточно неплохой сигнал. Ржавая. И самое главное, круглая. Я тоже и... У меня есть Эквинокс. И Эквиноксом достаю такие пробки. А куда от них деваться? Так, разворачиваемся. Пойдемте обратно. Красиво. Красиво. Тридрин, тридрин. Очередная пробка. Походу еще одна. А нет, это не пробка. Какой-то... Фигня какая-то, короче, не знаю, как называется. Ржавая. 76, тем не менее, у нас на пробка. На дисплее Apex. Хотел сказать Equinox. Нет, Apex. Оп, смотрите. Вот кладу металлоискатель, идет сигнал. А здесь у нас 1 гривна. И здесь у нас сигнальчик. Вот это уже становится интересно. Здесь на пляже можно выйти в любую сторону. Сейчас все, что летом искали, находили. Песок изменился, пробка. Песок вот так вот перевернул ветер. И находки, как вот, знаете, на поле трактор скопал. Так, ну давайте не будем отходить от курса нашего. Пойдемте вверх, а потом спустимся туда дальше. Вот мои следы. Видите, тын-дын вниз опускался. Как вот это на поле, как на поле трактор перевернул, и люди опять выходят и находят снова монеты. Ну, глубоко, чертовски глубоко, походу. Точно так и здесь, да, точно так и здесь, на пляжике, песочек. Эх, нет, думал. Все-таки выкопали, да? Песочек поменялся, вот. Кусочек. А, от пробки. Песочек перевернулся и оголились находки. Море повыбрасывало очень много. Вот по прибрежной полосе идешь. Там монет, пробок. Кучи. Но бывает и золото, и серебро. Редко, конечно, но... Я вот такие плохие не буду даже. Не хочу лишний раз рыть. Ну, не так глубоко. Да, пинпойнтером достаю. Значит, есть возможность выкопать. О, смотрите, сколько лежит монета. 2 гривны, она уже вон, аж ржавчиной покрылась. Хотя вот вытер, и все, и ничего нет. Одно пятно от ржавчины. 2 гривночки. Вот, песочек переворачивает и оголяет находочки. А бывает и вот так, смотрите, оп. Просто лежала наверху. По-моему, я вижу, что это пробка. Тоже практически наверху. Вот туда и шел, пропустил. Ну. Такое бывает. Я же говорю, можно вот так сейчас пройтись. Вроде как выбить, да? А потом вот так пойти. И опять находки будут. Так, ну это, наверное, глубоко все-таки. Да, глубоко я его выкопал уже.
даже сам не поверил своему счастью. Ну, это, походу, мелкое что-то. Да ёлы-палы. Вот так. Да, смотрите, кусочек совсем крахопулька. И металлоскатер цепляет, блин, такие вещи. Ну да. Честно говорю, очень глубокий сигнал. Ну хотя, блин. Хотя. Вот, взяли уже. Ай-яй-яй, ржавая, ржавая. Вот она, пробка. Ну что ты сделаешь? Ничего. Ищем. Сорок один. Вот у меня везет на эту. Ложишь металлоискатель, а там сигнал. Это фольга. А вот здесь что у нас будет? Ну, тут железо какое-то. 0... Ну, посмотрите, что творится. Смотрите. Здесь железо 0,1,0,6. А здесь даже еще не знаю, не смотрел. Хотя это, может, и глубокий сигнал. Если глубокий, я не буду копать. Я уже, если честно, мокрый даже. Сейчас, может быть, выкопал. А здесь вот. Походу промазал немного. Ха! Совсем не глубоко. Я просто промазал. Пробка. У нас здесь. А здесь что? Либо не один сигнал, либо... Ну, вот смотрите. Здесь копал, положил здесь металлоскатель, сигнал. Здесь начал копать, положил здесь, сигнал. Сейчас ищу здесь, положил здесь. Ну, как вы это назовете? Это просто везение. Ну, хотя и пробки. Ну, а могло же быть и золотое кольцо, правильно? Вот и здесь сигнал. Сейчас, секунду. 75. Монета. Ой-ой-ой, какая коричневая, смотрите. 50 копеек, походу. Да, наша. Ходячка Украина. Так, ну сейчас уже положил, уже нету. Да, не повезло. Ой, не повезло, блин. Так, не отходим мы от плана. Поднимаемся вверх-вниз. Вот так. Походу тоже вот спускался и пропустил сигнальчик. Ну, пробка, конечно. Но опять же, повторюсь, возможно, могло быть и что-то более ценнее. Ладно, пойдемте. Да ёханый бабай. Так я тут рыл. Значит, сигнал не один был, что ли? Пачка сигарет, блин. Ну да, пробка была. Попили, покурили, бросили. Насвинячили и ушли. Посмотрите, какой сигнал высокий. Серебряная цепочка, по-любому. Самое главное, самое интересное. А, нет. Это 5 гривен. 5 гривен. Самое главное, не глубоко. Да, вот 5 гривен. Высокий-высокий сигнал. Красивое, красивое, как серебро. Они даже похожи на серебро, но это не серебро, конечно же. Вот, видите, вот здесь вот достал цель. Не перепроверил, поэтому... Ну, мы выбиваем, Леша, поэтому мы ее найдем. Пробка такая фольгированная. Мусор, ёханый бабай. Ну, коп на коп, коп на коп. Коп на коп не приходится. Yeah.
Вот так. Очередная пробка. Очередной шмурдяк. Слышали, какой высочайший сигнал? И самое главное, как я уже сказал, не глубоко. Высочайший сигнал. Да, пособираем, конечно, пробки. Ну, что делать? Почистим пляжик. Совсем много. Бывает, выходишь, нету мусора. От слова абсолютно. Там одна-две пробки. Язычок может 1-2 попасться. А бывает вот так, как здесь, как сейчас. Пробка за пробкой. Это свинец. Кусочек свинца, да. Сейчас в конце покажу вам все находки. Все пробки. Вот, смотрите, лежит. Сигнал. Вот лежит монета. 50 копеек. Вот пробка. А, опять снова положил металлоискатель. Красивый сигнал, 55. Ну, красивый, потому что цветной. Что-то цветное однозначно. Ну, легок на помине, блин. Давно не было, да? Пробки. А что-то язычков нету. Как так? Вот, пожалуйста. Это как в песне поется, и никуда нам не деться от этого. Ну такой, не совсем чистый, но вроде как не глубокий. Хотя, может, я и ошибаюсь. Да, не глубокий. Ну, бывают такие сигналы. Тьфу, камень достал. Думал пробка. Вот она. О, это уже шампанское. Я уже как-то говорил, это называется мезле. Я когда-то кроссворды отгадывал в детстве, ну, в юности. И вот эта пробка называется мезле. Мезле, вернее. Вот так. Если я не ошибаюсь, может, уже ошибаюсь. Давно это было. Так, пойдемте. Все? Конечно же, не все. Язычок забыли. Все, сейчас вот это последний раз разворачиваюсь. Последний раз разворачиваюсь, иду. И, наверное, все. Вот, пробка, блин. Соберем, конечно же, уберем. Так, вот мои следы. Все, сейчас поднимаюсь, спускаюсь и заканчиваем. Это будет завершающий сигнал. Вот, таких много на пляже находишь. Я даже не знаю, что это такое. И циферки стоят на нем. Может, это кольца на птиц. Может быть. А может и нет, может, я ошибаюсь. Вот стоит 30.08.2001. Может быть, птица кольцует. Может быть. Да и таких много здесь на пляже. Чайка, наверное, вешает. Все, друзья. Пойдемте. Покажу вам хабар сегодняшний. И будем закругляться. Вот она все-таки. Вот он последний сигнал. Ржавая пробка. Все, пойдемте сейчас на ходочки. Та ёханый бабай. Язычок. Это я сюда не спускался, ниже иду. Да, тут по пляжу. По всему пляжу можно идти. Это проволочка, вот она. По всему пляжу можно идти. И собирать. Вот видите, что творится. Вы видите, что творится. Это я просто опустился немножко ниже.
совсем ниже и кусочек металла нашел. Но сигнала хватает. Ноль один. Железное железо. Да, вот он. И снова, видите, как уже ржавчина. О, это вообще давным-давно лежит. 2 гривны, походу. Или нет? Да, 1 гривна, извиняюсь. 1 гривна. Вот, как раз на 1 гривне темное пятнышко. Потом покажу вам. О! А я говорю, последняя находка, язычок, пробка. Вот, видите. А я вот доходил до сюда и поднимался вверх. Да. Ладно, так можно до бесконечности. И не уйти с этого пляжа. Все. Вот это нахожу и выключаю металлоискатель. Потому что ходить не переходить, блин. Еще попробую найти теперь. Ну, сказал, найду, значит найду. Ну. Так же хорошо все и шло. Где золотое кольцо? Ну, вот оно. Так, все. На такой минорной ноте с проволочкой заканчиваем. Я выключаю прибор, потому что сколько я не буду искать, сколько будет находок еще. Ну вот, друзья. Даже не хочу я высыпать с хабарницы. Все цены подобства. Смотрите, сколько пробок, сколько мусора, блин. Пару-тройку монет там есть. А в основном, вот они, 25. 5 гривен, сейчас я выберу. А в основном, конечно же, вот это первое было. Не знаю, что это такое. Фиг его знает. Остальное все... Мусор выбрасывать не хочу сейчас доставать, потом в урну просто выброшу, да и все. В общем, переберу еще, посмотрю, вот столько монет, видите. Там такие, что были уже тоже. Оп, где-то, ну сейчас достану. Вот это колечко, что я говорил. Подумал сразу кольцо, оно оказалось, видите, для ключей. Не то. Кольцо, да не то. Так, где-то были еще гривны, монетки такие, а вот она. Вот, смотрите, какая. И еще, походу, была где-то. Ну, ладно, найду потом. В общем, вот такой, какалики одни. Все, немного монет Украины и шмурдяк. Поезд на поезд не приходится. Все время по-разному. Никогда не знаю, что найдешь. Что попадется в этот раз? Сегодня так. Бывает по-разному. Бывает и золото, и серебро. Все, кто смотрит, знают об этом. Это потому, что мы ищем, а не сидим на диване. Мы всегда в поиске. Это хобби. Интересно. Да еще и спорт, и подышать таким воздухом. В общем, все. Всем комрадам кладуху, под катуху. Здоровья всем. Кто лайки ставит, кто дизлайки. И удачи, конечно же. А золото будет, мы ищем. Обязательно найдем. Пока. Море чудесное, смотрите. Подпишись вот сюда. На вот этот.